что? Как тут у нас будут обстоять дела, интересно. Опа. Так, идет канализация. Да. Ребятки, не надо так нервничать. Все равно вы придете вторыми, третьими, четвертыми, блин. Опа. Так. Ребятки, поднажмите, чё вы так далеко, блин? Если да вы её чувствуете. Нет, это шо улетело-то? Блин, я думаю, это что такое улетело? Вот оно, что это улетело, ребят. Он обогнал меня. Так. Хорошо. Давай, 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 давай. Да не, не, не. Видимо, да, ребят. Видимо, да. Ладно. Еще раз. Что вы так далеко? Вот что они так далеко. Короче, на мосту они меня реально обгоняют, да? На мосту они меня реально обходят. Я расслабился. Да, каюсь, каюсь. На мосту я реально расслабился. Нельзя этого делать. Они уже меня боятся, шугаются, когда я их обгоняю. Видели вот так вот резко? Так раз, раз. В бок уходят. Кстати, вот в игре Need for Speed Run попытались кое-как вернуть вот эту физику из первого андеграунда. Она реально была похожа. У нее реально была приятная игра. Но все равно до первого андеграунда им не дотянуть никак. Просто никак. Через чуть первый андеграунд шикарный. Через чуть. Так, вот какой-то из этих мудил меня обогнал. Благо, сейчас этого не происходит. Хорошо. Идем мы первые. Если пока не влетим. И придем первый, да, если никуда не влетим. Фух, не знаю, как он меня обогнал в прошлый раз, но ладно. Третьего уровня. Вот они. Вот этот возьмем. Очень даже неплохой. И что у нас? Турнир. Очередной турнир. Победитель попадает на обложку Hot Force. Да что ты. 10 тысяч меня больше устраивает. Технические характеристики вашего, мать его, автомобиля не соответствуют. Ладно. Так, двигатель третьего уровня. Третьего, третьего, третьего. Третьего.
А, вот. А мы совсем забыли, что у нас уже, видимо... Да. У нас уже новое это самое открылось. Третьего. Все отлично, ребят. Денег куры не клюют, потом без проблем поставили новую обнову. Что-то не заметил, что она открылась. Ну и ладно. Поехали. Имей в виду, победитель попадает. Фух, ну что, ребят, пришла пора опробовать нашу ласточку во всей красе, реально во всей красе. Самые максимальные установки скорости, что сейчас на нашей машинке, самые максимальные. Посмотрите, какой шикарный бампер мы поставили. Просто великолепно. Эпик, просто эпик, а не машина. Поехали. Так, здесь, скорее всего, будет три гонки. По одному кругу. Всего-навсего по одному кругу. Это ну это спринт. Это спринт, ребята. Естественно, это не круговая гонка, это спринт. Что увеличивает мои шансы. Это очень даже неплохо. Поэтому летим вперед. На своей маздочке. На нашей волшебной, шикарной, просто самой лучшей маздочке в мире. MX5. Супер тачка, это просто огонь по управлению, по скорости. Мы на ней всех делаем, вы заметили? Вау! Фу, отлично. Отлично ушли. Так, видим. Один на хвосте сидит. Давай. И этот мудила у нас нет. Отлично. Первая гонка наша. Следующий этап. Понесла. Давай. Сюда. Ой! Так, тупанул, ребят, тупанул. Хотел сократить путь, а в итоге получилось не очень. Ну, даже если я второй приду, не страшно, да. Главное не третий. Третий приду, могу не выиграть. Вторым можно. Хотя обидно, да, чисто стормозил. Сейчас я буду обгоним или дурака, не знаю. У нас тачка просто молния, блин. Татуировка об этом говорит. Блин. Все, ладно. Я снимаю дочек. Нет, не обгоню его. Его я, конечно же, не обгоню. Да, вот. Это я второй, к сожалению.
И тем не менее, тебя ждет приз аппликации. Ага, следующий этап. Поехали. Вот здесь уже надо прийти первым. Здесь реально надо первым прийти. Так, я в общем изучил, что вот этот маршрут, он намного лучше, как по мне. Опа, опа, опа! Офигеть, вот это было жесть. Вот это было реально жесть. Короче, надо вперед вырываться. Ехать по левой стороне, да? Если чё. А они уже влетят, так влетят. Я надеюсь на это. Стой, 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 ладно. Где троллейбус, мать его, сволочь? Вот когда не надо, он всегда есть. Когда надо... Извиняюсь, ребят. Когда надо, его ни хрена нет. Сейчас никак не мог на паузу поставить. Да. Ну пока все по плану. Первый. Отлично. Нифигило. На расслабоне, ребят. Нормально. Так, конечно, есть косячки, но пойдет. Так, все. Так, я даже выбирать могу. Ножки Макси Тюнинг. Вот это да. Да, ладно. Отлично. Ты еще на обложке Hot Force. На обложке, на обложке. На... Обложили прям обложками. Так, это что у нас? Кольцевые, три круга, окей. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям вначале закосячил. Ладно, посмотри. Так, нормально, нормально, да? Опять зеленый, зараза, как он меня надоел. Сейчас мы его обойдем, сейчас все будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем я так поехал? Спрашивается. Брр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 рr.
Опа, опа, опа. Чё ты зеленый был? А? Вот так вот, правильно. Вот там и стой. Так, этот еще. Куда ты лезешь? Опа. Сюда. Идем, хорошо. Глянцевая краса не мигает, вообще шикарно. Блин, надо память к разрабам поставить в жизни. Второй круг. Ух ты! Это было жестко. Это был вызов. Был практически вызов. Ладно. Пошел к черту. И ты пошел к черту. Так, сейчас я здесь убийцы разрежем. Да, бак, ты спасай. Ничего, ничего, не трогай. Так что, дружочек, сильно не обольщайся, еще ничего не ясно. Еще вообще ничего не ясно. Вообще ничего не ясно. Да, родной? Ты согласен со мной? Опа. Сейчас слишком скоростная у нас тачка. Мне кажется, так будет лучше. Опа! Так, азотик оставим, оставим напоследок. Напоследок. Так, и здесь у нас обошел то, что опа! Как мы обошли, а этот троллейбус долбанный. Он бы нам сейчас запорол все. Но благо не запорол. Даже ничего не дали, блин, за гонку. Ничего так ничего. У нас уже 90 штук, кстати, ребят, между прочим, тем временем. Так, колечко. Колечко на память. Мать твою, 7 кругов. Охереть можно. Ну, делать нечего, поехали.